Здравствуйте, дорогие аграрии! Вы смотрите обзор главных новостей за неделю. Импортную сельхозтехнику могут лишить господдержки. В Минсельхозе предложили снизить цены на минеральные удобрения. Тех, кто не зарегистрировался в ВГИС «Зерно», лишат субсидий. Эти и другие новости далее в выпуске. Уборочная кампания в России еще продолжается, а сбор зерна уже обеспечил стране продовольственную безопасность, заявляют в Минсельхозе. Мы обратились к данным ведомства и увидели интересную тенденцию. При том, что темпы уборки заметно отстают от прошлогодних, к 11 августа было обмолочено на 6,5 миллионов гектаров меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Сбор зерна превышает показатели 2021 года. Все благодаря тому, что средняя урожайность по стране выросла практически на треть. Это справедливо также и для пшеницы, и для ячменя. Аграрии собирают в среднем на тонну больше зерна с гектара, чем в прошлом году. Кстати, хорошие результаты есть также по сахарной свекле и по рапсу. Площади, сбор, урожайность – все это идет со знаком «плюс». У нас на юге страны и правда сплошные рекорды. Краснодарский край получил 12,4 миллиона тонн зерна, из них 10,7 миллиона тонн пшеницы. Такого урожая еще никогда не собирали, прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. Урожай рапса тоже рекордный, более 285 тысяч тонн, это в два раза больше, чем в прошлом году. Ростовская область собрала 14,5 миллионов тонн ранних зерновых. Сбор пшеницы превысил 13 миллионов 240 тысяч тонн, средняя урожайность культуры 44,3 центнера с гектара, на полтонны выше прошлогодней. Вклад Крыма в российский урожай невелик, всего 1 миллион 370 тысяч тонн пшеницы, но для полуострова и этот показатель выдающийся. В общем, мы поздравляем всех и желаем хорошо отдохнуть перед вторым этапом уборки. Он тоже будет непростым. По прогнозу ИКАРА, сбор зерна в этом году достигнет 145 миллионов тонн. Так много мы не молотили никогда. Непосредственно по пшенице аналитики продолжают повышать оценки. Росагротранс назвал цифру в 96,1 миллиона тонн. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько прогнозирует 95 миллионов тонн пшеницы. Эксперт в то же время указал на снижение качества зерна в Поволжье и Центральной России. Оперативные данные Россельхозцентра, которые мы изучили, свидетельствуют, что в этих округах больше трети проверенной пшеницы относится к пятому классу. Впрочем, ведомство просит не экстраполировать данные проб на весь урожай, так как исследовано еще незначительное количество пшеницы. Цена на культуру оставляет желать лучшего. Аналитики говорят, что экспорт и спрос растут, однако цены еще далеки от желаемых. Кстати, в Краснодарском крае уже определились, какой должна быть приемлемая цена. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, 15-16 рублей за килограмм – это как раз тот уровень, который бы устроил и растеневодов, и мукомолов, и животноводов, и производителей комбикормов. Ранее замглавы Кубани рассказал журналистам, что себестоимость пшеницы в этом году составляет в среднем 9-10 рублей за килограмм. На цены в очередной раз обратила внимание и Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств. АКОР России направила президенту обращение с просьбой запустить масштабные интервенционные торги, а также отменить экспортную пошлину на зерновые культуры. Друзья, в Ростовской области появилась новая сельскохозяйственная выставка «Полевод-2022». Она пройдет 17 и 18 августа в Батайске. На выставке будут представлены новые образцы сельскохозяйственной техники и оборудования, средств защиты растений, удобрений. Предусмотрена и деловая программа, круглый стол инноваций в сфере АПК, аграрный сектор в условиях западных санкций. И конференция «От сырья к готовому продукту. Хранение, переработка, экспорт». Организатор выставки – компания «Урожай-21». Мероприятие проводится при поддержке правительства Ростовской области, Минсельхоза, Торгово-промышленной палаты региона и Центра поддержки экспорта. Приглашаем всех посетить это мероприятие. Российский урожай масличных в 2022 году может достичь рекордных 26 миллионов тонн, сообщил аналитический центр Росагротранса. Если прогноз оправдается, то урожай текущего года на 12% превысит исторический максимум, который был установлен в прошлом году. Повышение оценки связано со свежими данными о посевных площадях и с погодными условиями, объяснили в Росагротрансе.
Конечно, большую часть предполагаемого рекорда обеспечит зарубежная селекция. Вчера мы были на дне поля в хозяйстве «Рассвет» Пещанокопского района и услышали из уст представителей компаний «Лимагрейн», «Лидея», «Саадбау» и других, что семена пропашных культур есть и будут для весеннего сева. Но вопрос по ввозу семян. Семена, естественно, будут. Уже часть весенних семян, когда их припоздали, они сейчас на складах у дистрибьюторов. Поэтому обращайтесь, они как бы есть. И российское производство тоже есть. Поэтому дефицита семян мы особо не видим. Как подсолнечка, так и кукуруза. Мы все меньше и меньше зависим от импорта. Дело в том, что в этом году мы уже в разы увеличили площади участков гибридизации, на которых выращиваются почти что все наши гибриды, за редким исключением. Именно в этом, я считаю, заключается наша надежность, в том, что вы получите семена, которые мы вырастим в Российской Федерации. Кроме того, некоторым компаниям зарубежные владельцы запретили проводить рекламные акции. Но семена у них есть, гибриды показываются, и семена будут к реализации. Ходят слухи, что в продаже можно найти даже семена ушедшего пионера. Тем временем цена на сам подсолнечник незначительно выросла на 500 рублей за тонну, однако дальнейшего роста Совыкон не прогнозирует. Во-первых, пошлина на экспорт масла остается высокой, почти 16 тысяч рублей, и снизится она может только в сентябре до 8,7 тысячи рублей. Спрос на подсолнечник низкий, так как переработчики переключились на рапс, объясняют аналитики. Остается 2 недели до запуска системы в ГИС «Зерно». По словам первого заместителя сельского хозяйства Оксаны Лут, к программе прослеживаемости подключилось уже более 90% производителей. Иного выхода у них просто нет. По словам Лут, без оформления товаросопроводительных документов будет невозможно продать зерно ни на экспорт, ни на внутренний рынок. Кроме того, незарегистрированные организации не смогут в дальнейшем рассчитывать на государственную поддержку по линии министерства, подчеркнула Оксана Лут. Друзья, мы как редакция портала сегодня не видим ни одного намека на то, что запуск системы будет отложен. Много было в ГИС «Зерно» противников, но Минсельхоз остается непреклонен в своем решении. И напомним еще раз, что с 1 сентября также начнет работу система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов. Вы можете увидеть, сколько хозяйствующих субъектов уже подключились к «Сатурну». Ростовская область, на удивление, лидирует с большим отрывом. Замглавы Ассоциации Росспецмаш Денис Максимкин предложил правительству новые меры государственной поддержки сельхозмашиностроения. Правда, не все из них придутся по душе нашим аграриям. В частности, Максимкин считает, что выдавать льготные кредиты аграриям и выплачивать им субсидии следует только в том случае, если они покупают российскую сельхозтехнику, то есть ту, что отвечает требованиям по локализации, либо если они покупают технику, не имеющую аналогов в России. Такой метод, уверен представитель Росспецмаша, будет способствовать развитию машиностроения внутри страны. Ну а пока господдержку, как и льготный лизинг, можно получить в том числе и на зарубежные образцы. Более того, на днях глава Росагролизинга Павел Косов не без гордости сообщил, что организация смогла практически полностью заместить покинувших Россию поставщиков. Это не только Китай, есть результаты в Турции, Корее и ряде других дружественных стран, отметил Косов. Росагролизинг в ближайшее время может также получить дополнительную бюджетную подпитку. На недавнем заседании Госсовета по АПК была высказана просьба увеличить уставный капитал Росагролизинга, который сегодня составляет более 115 миллиардов рублей, еще на 20 миллиардов рублей. Докапитализация, считают в Росагролизинге, поможет нарастить темпы обновления парка сельхозтехники. В Минсельхозе в то же время отмечают, что в этом году аграрии покупают меньше техники, чем в 2021 году. Впрочем, по словам главы департамента растениеводства Романа Некрасова, техника все равно молодеет. Больше половины комбайнов в стране моложе 10 лет. По тракторам ситуация чуть хуже, но и то за год техника помолодела на 0,8% пункта, сообщил Роман Некрасов.
В Минсельхозе России возник спор по поводу повышения цен на минеральные удобрения. Как мы уже рассказывали, ФАС согласовала индексацию цен на удобрения в три этапа – в июне, сентябре и декабре. Однако замминистра сельского хозяйства Оксана Лут попросила не проводить повышение, сообщает «Коммерсант». На совещании 9 августа Лут отметила, что на фоне падения цен на сельхозпродукцию снижается индекс доступности минеральных удобрений. Этот индекс, методику расчета которого мы, честно говоря, так и не нашли, был разработан еще в прошлом году с целью оперативно корректировать цены на удобрения. По словам Лут, с августа индекс опустился ниже единицы. Это является основанием для пересмотра цен. Оксана Лут предложила министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву совместно с ФАС, Минпромторгом и Минэкономики обсудить этот вопрос. Минсельхоз России планирует изменить правила предоставления субсидий на литр молока, пишет Milk News. Часть новшеств напрямую хозяйство не затронет. Изменения касаются того, как федеральный бюджет будет перечислять деньги регионам. Зато на уровне регионов могут появиться новые условия. Например, если хозяйство нарастило производство молока, оно получит субсидию по повышенной ставке. В обратной ситуации – по пониженной. Кроме того, может быть введено обязательство страховать поголовье молочных коров. Сейчас в организованном секторе страхуется только 10% молочного стада. Предложенный механизм субсидирования пока существует только в виде законопроекта. Если его примут, выплачивать господдержку по-новому начнут с 2023 года. И пахучая новость напоследок. Вы видите кадры из Нидерландов, где протестующие фермеры вылили около тонны навоза на сотрудников полиции. Так сельхозпроизводители высказались против плана правительства вдвое уменьшить выбросы парниковых газов, одна из причин которых как раз крупный рогатный скот. Вот такая вот бесовщина творится в Европе. Навоз там применяется явно не по назначению. Антиаграрные законы принимает правительство, а фекалиями поливают почему-то полицию. Кстати, еще один аргумент, чтобы заняться животноводством. На этом все на сегодня. Как обычно, мы просим каждого поставить лайк. Тогда это видео посмотрит еще больше аграриев. Нас также можно поддержать донатами. Сделать это просто по ссылке под видео. Спасибо, что комментируете наши выпуски и что остаетесь с нами. Всего доброго, до следующей недели.